Пресненский суд Москвы в среду изберет меру пресечения для бывшего директора Google-центра и экс-продюсера седьмой студии Алексея Малобродского. Его подозревают в хищении бюджетных средств. По делу хищения ранее уже задержали бывшего главного бухгалтера седьмой студии Нину Масляеву и экс-директора организации Юрия Итина. По версии следствия, лицами из числа руководства некоммерческой организации «Седьмая студия» с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства на 200 миллионов рублей. Их выделили на развитие и популяризацию современного искусства. В конце мая в Гоголь-центре и дома у его худрука и основателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова прошли обыски. Режиссера допросили, по делу он проходит в качестве свидетеля.